После предвыборных дебатов состоялась пресс-конференция кандидатов в премьер-министры. Впрочем, к ней не присоединился действующий премьер Вано Мирабишвили. Перед журналистами выступили лидеры христиан-демократов и лейбористов. Георгий Таргамазо и Шалва Наталашвили оценили свое участие в дебатах и ответили на вопросы представителей СМИ. Эти дебаты предоставили возможность поговорить с нашими оппонентами. Это была хорошая возможность коммуникации с тем электоратом, который пока еще не принял решение, за какую политическую силу будет голосовать. Я хочу поблагодарить организаторов этих дебатов, а также и моих оппонентов. Что касается отказа Бедзина Иванишвили принимать участие в этих дебатах, думаю, это ошибка с его стороны. Думаю, он должен был проявить уважение к собственной аудитории. Те или иные политические лидеры не испытывают особой симпатии друг к другу, но принимают участие в дебатах, выражая уважение именно собственному избирателю.